мой класс собрали самые умные ребята. Так? Да. Точно? Да. Я не ошиблась с вашим выбором? Нет. Я думаю, нет. И в моем классе самые умные, самые добрые и самые нежные дети. Меня зовут Инна Владимировна, кто еще не знает. А вот сейчас мы будем с вами знакомиться. Сейчас каждый из вас будет выходить вот сюда, на нашу сцену. Видите, у нас тоже здесь ученики такие красивые есть, мальчик и девочка. Они сегодня вас приветствуют. Вы будете сюда выходить и называть свое имя и фамилию. Жалеете свои ладошки пока чуть-чуть, а то они в конце у вас вообще будут бордовые. Меня зовут Митрофанова София. Я увлекаюсь лего, лепкой, рисованием, танцами. Ой, какая ты у нас молодец. Всесторонняя развитая личность. Прям, да, прикрепить себе некуда пока, моя дорогая. Поэтому держи, завтра мама прикрепит себе. Кто-то может уйти после 9 класса, кто-то 9 лет будет учиться, а кто-то будет по... Так, Бога, мы будем учиться аж целых 11 лет, будем очень много учиться. Конечно же, волшебная страна по волшебной страну, но, естественно, в этой волшебной стране у нас есть кто? Как вы думаете? Кто есть? Ну, я, конечно, вам буду помогать, а еще кто есть? Ну, думаем, пожалуйста. Конечно, будут участники, путешественники. Путешественники являются все школьники нашей школы. А кто услышал, сколько человек в нашей школе учится? Запомнили, где эта школа назвала эту цифру? 32. 32? Нет, мои хорошие. 1700 учеников. Представляете, сегодня придут и сядут за парты нашей школы. Очень-очень много. День осенний, рада, вас увидеть я. Сегодня, ребята, у нас с вами большой праздник, День знаний. И вы собрались на свой первый школьный урок, чтобы познакомиться со своей школой, со мной, вашей первой учительницей. Ребята, меня зовут Фирзия Маратовна, и я ваша первая учительница. Кстати, посмотрите, ребята, вокруг, посмотрите, рядом с вами ваши одноклассники. Кто знает, сколько их? Сколько одноклассников? 23. Никто не кричит. 36. 35 или 6? 6. 36. Так, откуда узнал ты, да, что 36? Не, давай, пожалуйста. Мне мама сказала. Мама сказала, Нина. Откуда узнала? Так, а письмо не от меня никто не получал, разве? А я получил. Мальчик и женщина. Каждый из вас получил от меня письмо, да, которое я вам оставил. А теперь, ребята, улыбнитесь своему соседу по парте. Улыбнулись соседу по парте. Желаю соседу хорошего настроения. Когда человек улыбается, это значит, что все у него хорошо. Это значит, что у него хорошее настроение. Ставит печать. А потом в конце года мы выберем самый лучший культурный дневник. То есть самого... Лучшего человека? Нет, не лучшего человека. Все хорошие, все лучшие. Но есть... где вы будете посещать музеи, театры, кинотеатры, да? Мы будем выбирать самого часто посещаемого культурного человека, скажем, который будет посещать культурные мероприятия. Но у вас кроме этих стоит еще много-много.
много других. Тебе нужно раз. Что можно понять слово мир? Мирный — это значит какой? Мирный — это значит реки. Это дружный. Это значит добрый. Моя. Мирный, спокойный, да? Без войны, без злости, с добротой. Моя. Такой наш мир. Да. Такой наш мир. Да. Здорово. Ребята, а какие есть в нашем мире страны? Какие вы страны знаете? Япония, Китай. Япония, Китай, еще. Yeah.